А в Румынии в выходные прошел референдум, который должен был исключить возможность признания однополых браков. Из-за низкой явки он признан несостоявшимся. На участке пришла пятая часть избирателей, а надо было не менее трети. Сейчас в Конституции Румынии определение брака закреплено как союз между супругами. А это может упростить введение в стране однополых браков, которые не легализованы.